Это программа «Вопрос эксперту». В студии с вами Гульфия Каюмова. Гульфия Каюмова, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Татарстан. У меня в собственности есть земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе. Как я должна оплачивать земельный налог? Земельный налог для физических лиц рассчитывает налоговая инспекция, которая направляет плательщику налогоуведомление в срок не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. Срок уплаты физическими лицами земельного налога не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так, земельный налог за 2018 год необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря 2019 года.